Традиционно Ульяновская область всегда имела высокий уровень социально-экономического развития. Это опорный регион с точки зрения развития промышленности. Это промышленный регион, в первую очередь, а во вторую очередь, это, конечно, и аграрный регион. Это центр технологий, в том числе в ядерных производствах. И там сосредоточен достаточно серьезный научно-технический потенциал. Я считаю, что все, что нашло отражение в постановлении Совета Федерации, это очень важные и нужные для региона вопросы. Они прежде всего связаны со строительством, реконструкцией конкретных объектов. И они направлены на решение, прежде всего, интересов граждан. От этого зависит уровень здравоохранения, уровень образования, уровень комфортности и состояние дорог в регионе.